Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем выживать Will to Live. О, вспомнил. Так, на чем же мы закончили в прошлый раз? Вот, всем, кому интересно, я играю на сервере MSK3. В принципе, играю я не часто, поэтому если кто-то хочет поиграть совместно, ну, это будет, наверное, довольно проблематично. Ну, но тем не менее, все-таки это возможно. Так, а чё я сюда вышел? Вот чё я, скажите, вот чё я сюда вышел, да? Давай посмотрим. Наломать дров, машинное масло, панцири, редкая электроника. Ух, блять, вот. Я же зачем-то сюда вышел. Свой среди чужих. Это 6 плюс старинный ключ. 4 плюс надо, да? Давай вот посмотрим. Старинный ключ сделать активным. Так, давай сюда. И карта. Старинный ключ. Где? То есть это туда. Блин, ну вот. Типа мне вот в эту сторону сейчас он. Ну нихера не показывает, что мне надо было в эту сторону идти. Чё я сюда вышел-то тогда? Журнал заданий. Информация бармена. Бармен сказал, что дезертиры. 6 плюс ника. Так, помощь кочегара. С шахты в квадрате Е6. Может, это будет шахта в квадрате Е6. Так, Е. Ох ты, чё, ебанулся, что ли? Это я чё, вот сюда, что ли, должен добежать? Е6. Нахуй. Не, короче, я в АТП, наверное, скорее всего, погоню. Пойду в АТП, посмотрю, что там можно сделать в АТП. Нахер я вообще... Короче, не помню. Надо пересматривать тут видос, наверное, это. Чтобы вспомнить вообще, нахера я сюда бежал, я выходил. То есть, что я хотел, собственно говоря, когда я выбегал. Так, сейчас надо вспомнить, сука. День прошел, забыл, как это... Управление игры. Падла, нос что-то чешется, блядь. Так... Пока жрать пить ты не хочешь. Вот. Я не знаю, насколько меня как бы эта игра сможет долго удержать. Ну, пока интересно. Пока что интересно. То есть, ну, конечно, квесты, они практически однообразные там, да, что-то вот. Но пока что это не рутина. И играть интересно. Поэтому я играю. Как долго это все будет, я не знаю. Насколько меня хватит. Ну, пока что я играю и играю. Так, давай. Помощник кочегара. Ёб твою мать. Ты охренела, что ли, псина? Подлюка. Все-таки цепанула, сволочь. Все-таки эта сволочь меня цепанула. Усталость снимается быстрее, если вы присядете. Да, блядь. Если мы присядем, усталость снимается быстрее. Так, а машинное масло. Это вообще 7 плюс надо. Панцирь наблюдателя. Ну. Так. Чё тут, блядь? Школьники проснулись. Так, чё ты? А ну, по диагонали, по пизде. Ну, я не знаю, я там в настройках убрал. Включил режим ПВЕ в настройках, и вроде пока что меня еще никто не убивал больше. Просто, может быть, просто меня теперь физически нельзя убить, если я в режиме ПВЕ бегаю. Хотя, конечно, было, наверное, идиотизмом на ПВП сервер, да, идти с режимом для того, чтобы играть в ПВЕ. Ну, это какой-то гон, наверное, да? Тем не менее. Бабах. Так, мне вот что интересно. Хуй ты показываешь, что тут это? Чё ты? Так, а фонарь, да, на эту. Что ты мне показываешь-то, что здесь? Чё здесь надо?
Вы... Что за квест? Ну... Так, тут... Наломать дров, а тут что? Как-то это... Не попадается. Ну, ёптать. Окрестности солнечного, машинное масло. А, это все остальные он показывает. Наломать дров. Ой, ёптать. Так, мало того, что мне надо дров наломать. Так, мне еще надо это... Еще 5% этой херни исследовать. Запрыгнули сюда. Так, давай-ка мы пистоль возьмем. Пистоль. О, 2.43, что, светать начинает? А это этот, блядь, фонарик включил. Так, я тебя видел, падла. Чего, падла? Маленький наблюдатель. Нет, ты мне, маленький наблюдатель, не нужен. Так, суки, стоять. Я вас слышу. Я вас слышу. Маленькие твари. О, я тебя вижу. Ага. Так, давай перезарядимся. Так, ты что еще? Кузнечки стрекочут. Сука, наломать. Не, ну как дрова-то эти? Ломать, собирать. Что с ними? Как? Блять, надо было тоже это. Погуглить, посмотреть вне игры. Ну, просто странно как-то. Так. Ой. Ёб твою. Слышь, подлюга. Наблюдатель. Панцири где? Ну, тут же как-то это... Насобирать ветки. Тут надо же их как-то собирать. Не могу я лут с этого взять. Насобирать. Каким образом? Мне, может, надо стрельнуть по тебе? Хуй-то там. Стрельба не помогает. Слышь, Михалыч, вот ты... Кто там меня? Боря? Боря этот, Моисеев, отправил меня. Говорит, иди. Насобирай. Мне вот эти ящики напоминают, как, короче, это... Сериал такой, знаешь, есть. Доктор Кто. Там, короче, это... Есть серия про плачущих ангелов. Там вот они это... с панцирями-то? Вот. А, еще 7 надо. Серия про плачущих ангелов, где, короче, ты отворачиваешься, они такие чук, к тебе приближаются. То есть они двигались, когда ты их только не видел. Вот, и мне вот эти вот наблюдатели что-то напоминают. Что-то из той серии. Они двигаются, когда ты их там не видишь. Но, тем не менее, это не... А, во! Слушай, точняк, просто надо искать ветки, которые валяются, и собирать. Сука, ты голову грел. Просто тут веток не валялось, поэтому я ничего и найти не мог. А тут нашел. А почему именно в ВТП эти ветки надо насобирать? Что, блядь, больше деревьев тут в округе нигде нету. Странная какая-то там это. Типа, сходи в ВТП, или оттуда древесина какая-то, прям кошерная там, да, то есть там. Она, ёптать, горит как-то, наверное, охрененно долго. Или огня, или там что там, жара выделяет больше, чем надо там, да? Ну? Боря, объяснишь, почему тут? Именно тут надо... А, все, я собрал древесину, да? Так, с древесиной мы закончили. Теперь осталось исследовать 5% этого... Этого... Давай еще дерево пособираем. Хуй раз тут я уж... Что мало ли, что вдруг ветки там кому-то пригодят. Точнее, они же нужны будут. Я как-то там смотрел. Что-то вроде из веток там уголь кто-то делает. Как-то делают. Я еще поэтому до этого не дошел, короче. Я маленько тупенький в этом плане. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? По крайней мере, я тупенький, и я это признаю.
Херово, когда люди этого не признают. То есть, значит, мне есть чему тут учиться, да? А есть, которые, знаете, блядь, да я и так все знаю, что ты мне там со своими советами там, да? А сам-то нихуя не знает. Ну, либо знает там что-то, а такой вид сделает, что он там пиздец там, какой знаток там, не бубен, а офигенный. Так, где мне только вот еще... Так, тут, подожди, тут это... Радио, да? Вот. По-моему, это радио с, это, с подъебосом. Оно тебя портует в какую-то залупу там, и ты это... Давай. Вот. Вон, оно тебя к этим... К плачущим ангелам сразу. Я слышу, ты где-то здесь, блядь, клешнями своими щелкаешь. Только где? Слушай, а вот ночью, по-моему, их меньше. Или мне кажется, или просто, ну, это действительно так. Вот только не надо, знаешь, мне говорить про то, что 5% это вот та вот подвальное помещение. Там, если вот пролазить все, облазить полностью все эти... Погреб этот, это будет тебе оставшиеся 5%. Вот знаешь, как-то вообще прям не это. Не... Надо вспомнить, где, кстати, оно. Так, откуда? По-моему, это вот это, да? Так, это значит, мне надо бежать вот туда. Ну, давай проверим. Хули нам кабанам. Мы же это, исследуем мир. То есть мы тут как бы в одиночку выживаем. Смотрим, что и как у нас тут обстоят. Так, я тебя видел. У вас что, двое там? Блядь. Ну, пацаны, мне походу пиздос. Мне походу пиздос. Так, одного умотал. Да что ты, блядь. Второго умотал. Так, а где у меня аптечка? Ёб твою, блядь, я чё... А, я аптечки забыл поставить просто. Ну, хуй с вами. Главное есть. Так. Чё, блядь, чё, зря я отстреливался, что ли? Так, нормально. Три. Одна у меня лежит в заначке. А это значит, что мне осталось... Немного. А, или подожди, или может быть... Это вот эти с коробками, это... Только вот с этих с коробками панцири падают. Так, слышь? Это маленький, ну... Я что-то не это... Не... Я не понимаю, смотри, вот с маленьких тоже панцирь упал. Что это значит? То есть там же мне этот... Который мне... Задание, которое мне давал-то, он же сказал, там типа со здоровяков только падает. Да? Михалыч же, по-моему, меня сюда отправил. Хуй, кто меня сюда отправить-то может? Ёб твою, блядь! Вы чё? Суки зажали. Вот твари. Неблагодарные. Всем аптечку еще. Ага, и перегруз у меня еще ко всему. Давай еще одну аптечку. Так, а где я? Сдох. А чё ты? Вот чё ты? Меня не мог вот здесь, что ли, воскресить, ёптать? Сейчас пиздюха через всю карту туда опять. Еще, блядь, с головой не дружишь. Еще и это, да? Ну, как-то не... Странное, конечно, такое, блядь. А, я же это, у меня перегруз-то и ушел, потому что я там потерял часть добра. Меня же эти жуки, блядь, мудаки зажрали.
тоже хуйня какая-то. Не... Почему вот у меня в той стороне он это воскресил там, да? Где я тут, блядь? Так, сука. Ты пиздец, ты бежал столько, блядь, 200 метров, пистолет не мог перезарядить, что ли? Полудурок, блядь. Это мое? Мое, нахуй. Никого. О, аптечка. А я что, аптечку просрал тогда, что ли, когда меня убили? Вы выбросили... Ну, сука. Среднюю аптечку я выбросил. Так. Дружище. Так, мне надо это. Еще две, короче, и все, я сваливаю. О. Еще две. Что это за мешки-то? Почему я они неактивны? Или это тайники игроков, или что это такое? То есть почему оно неактивно? Не, конечно, намного проще играть, когда ты это. Когда ты играешь, ну, не один, то есть тебе уже тут объясняют, ну, проще, но интереснее играть, когда ты сам все узнаешь. Так, давай еще вот с этого мне давай шкуру. Хуй, там они шкуру, да? Когда ты... О, сейчас. Пожиже, пожиже, давай походим. Так. Я слышал тебя. Когда ты сам... Ходишь, что? О, железяка. Сука, мне вот интересно, вот туда вот как? Как-то же должен быть вот туда подъем. Вопрос только откуда, да? Так, сука, я тебя слышу. Не надо тут притворяться, типа тебя тут нету. Вон ты бегаешь, блядь. А, вот она, ты падла. Еще один, блядь. Все, я... Ну, раз этого ёбнул, то тоже с него надо что-нибудь дозабрать. А там нихуя и нечего. Нечего забирать. Нет, ты мне... А, так подожди, вот. Получается, вот здесь. Вот здесь. Только здесь надо вот сюда. А, так тут все легко и просто. Легко и просто. Чунга-чанга. Железо. Или это не железо? Черный металл. Панцирь наблюдателя. Черный металл. Так, все. Панцирь наблюдателя. Я собрал все. Машинное масло похеру. Наломать дров. Исследование от ТП. Вот это вот. Падла. Ну где мне еще 5% исследовать? Так, еще... Знаешь, у меня какой вопрос-то? Спуск. Спуск был в этот... Хули ты своими клешнями там щелкаешь-то, блядь, как будто я тебя не слышу. Пошел нахер. Отвалите от меня. Так, сука, я тебя вижу, на. Ну, раз я тебя убил, значит, я должен с тебя что-то забрать. Что-нибудь да забрать с тебя надо. О, ящичек, что еще найдем? Ух ты. Резина, по-моему, там, да, была? Вон еще, смотри. Так, этот. Так, давай-ка мы сейчас. Мне вот. Я вроде по сути уже как бы. Ну все, практически оббегал. Вроде все, оббегал. Двадцать 24-й. Билли Джоэл. Ох, какое. Ник-то какой себе выбрал. Так, а эти, по-моему, здесь не бегают. Так, теперь мне нужно просто выработать, выработать методику, как здесь обходить. Что-то какие-то патроны нашел.
Так, это подъем. Подъем мне не нужен. Не, я просто вот сейчас наугад, конечно, пытаюсь, то есть обойти тут все, посмотреть, проверить, но тут пусто. Я нашел, у него там за пистолет-то такой. С чего он там шмаляет? О, подожди. Тут падла какая-то сидела. А он еще рюкзак, да? А я думал, они сюда не спускаются. А они, оказывается, тоже сюда спускаются. Что-то меня за это... Я хуй его знает. 5%, блядь. Это отсюда я пришел, походу, да? Ну, тут как бы ящик пустой, я сюда, наверное. Кого-то с одного удара выстрела убивает. Кого-то, ёптать, на... Все. Ох ты ж. Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж, перегруз-то какой. Так, что можно выкинуть? Резину-то я не... Вот это вот, наверное, да? Осколок панциря наблюдателя. Продать можно нормально. 150, а сколько ты вешаешь? 36 вешаешь. А что у меня 30? Ну я хуй знает, блядь. Черт его. Черт его не знает. Как мне еще 5% исследовать эти или где? Я, короче, это, ребят, если знаете, там как 5% оставшиеся, то есть или каким образом вообще это исследование происходит, ну, напишите там в комментариях. Я просто вот что-то это маленько в недоумении, как это все делать. То есть уже, блядь, то вроде уже вроде все облазил, что можно было. Хер его знает, как тут эти 5% исследовать. Ты типа, я тебя не вижу, да? Мне уже с вас брать нечего, понимаете, мудаки? Мне уже с вас брать нечего, потому что у меня перегруз. Мне уже все. Нечего с вас брать. Мне нужно возвращаться. Ну вот, я в безопасную зону вошел, и что? Сука, как еще 5% исследовать? Просто бегать сюда постоянно, чтобы исследовать 5%? А может быть, 5% можно исследовать только это? Ну, какой-нибудь очередной там квест надо будет сюда приходить выполнять. И может быть, только тогда... В общем, все, я не буду тут геморроить. Нет, гадине. Душащие наше будущее. Не буду себе ломать голову, как эти 5% исследовать. Со временем все равно я рано или поздно эти 5% исследую. А сейчас из-за этого забивать голову, что я там... Как 5% исследовать? Как 5% исследовать? Ну нахер. Не хочу. Ну, в принципе, что? Мы нашли дрова, мы собрали панцири. Два квеста сделано, да? Уже, ну, 50% мне осталось до того, чтобы апнуть уровень. Ну-ка сейчас. У вас перегружен инвентарь, и вы не можете бежать. Перегружен, значит, у меня инвентарь, да? Поэтому я бежать не могу. Вот ты му. Информация бармена. Это по помощник кочегара. Уголь. Ключ куда-то там. Редкая электроника. Ну-ка, подожди, а редкая электроника, она где? Крысы. Отдыхай, крысеныш. А иди ты нахер. Подожди, крыса. Так, это... Ну это тоже вон как далеко. За ТП туда там пиндюрить. Неохота пока мне туда пиндюрить. Тем более я с перегрузом. Куда мне там пиндюрить-то? Я вон бежать не могу. Хотя у меня еще 5 килограмм веса есть, чтобы... А если я еще 5 килограмм возьму, то что, мне вообще не это? С места не даст сдвинуться. Может такое быть, да?
Я просто не знаю, что там. Ну, еще не все я выяснил. Шахта ждет тебя. Чужие костры и тайники можно обыскивать на предмет поиска ценных вещей. Или чисто из любопытства. Вот оно что. Поняли? Так, здесь псы где-то ходят. Ходят. Я сейчас даже от них убежать не смогу. Я сейчас даже от пса не смогу убежать. А раз я не могу от пса бежать, то мне с ними лучше не сталкиваться. То мне с ними лучше не встречаться. Тут осталось-то совсем чутка до забора спасительного, до спасительной ограды. Ого, там что, кто-то собак с гранат убивает? Так, подожди, а почему у меня здоровье вроде как уменьшается? Что за херня? А, это эти там, походу, что школьники взрывали. Что-то школьники, видать, взрывали. Понимаю. Преданные были жуть, как друзья, как семья. Понимаю, чё ж не понять. Ну, шо? Так, у тебя там, блять, опять веха. Привет, дорогой. С работой твоей справиться было нелегко, но вот то, что ты просил. Ай, молодец, спасибо, вот твои жетоны. Бери, бери, мне не жалко за труды. 700 жетонов. И 1000 опыта дал. Чудесно. Только мне особо не полегчало. Потерял. Кто потерял? Здорово. Мех из шапки. Рекомендую N2. А, мех из шапки — это крысу надо здоровую завалить, да? Мясо наблюдатель. Рекомендую N3. Ну-ка. Я ж там мясо-то падла 5 штук не хватило. Давай попробуем. Белая крыша. Так, ну-ка. Посетить свое хранилище хочу. Че, у меня мяса наблюдателя нету? Че, Макс, возьмем с собой кого-нибудь, еще позовем? Может, кто согласится? Так, это что у нас? Черный металл. Угу. За пещеру паука. Еще панцирь тут один у меня. А, ну-ка, давай мы продадим. Пойдем. Тому пойдем продадим. Пахнут длинногубцы на плоскогубцы. Это самое, надо было рядом с пещерой. Ах ты ж, падла, плоскогубцы на длинногубцы. А, это типа он хочет. Ну, у меня у самого плоскогубцы, блин. Так, чё мы тут? Сейчас у этого у Рафика. Кто хочет пойти в пещеру паука? Чем толпа больше, тем лучше. В пещеру паука. Клешня наблюдателя. На первом уровне. А как это? Ну, да, мы по пути по частям потеряем. Чувак, одному надо идти. Не, мы идем вдвоем, мы идем этот самый металлолом добывать. Так. Так, шестой уровень, дозовка на 2,7. Еще, блин, не хватает. Еще не хватает инфошка. Кучность. Только одному, еще раз тебе говорю, двоим будет мало места. То... Да мне, например, не надо вообще металлолома. Надо вообще вон слесарюге, ему нужен металлолом.
Я так, за компанию чисто. Пауков отстреливать, которые будут ему мешать. Ты пойдешь с нами? Лиза. О, Лиза. Ты пойдешь с нами? Лиза. Так, что это у дяди Бори? Принес дровишек? Да, вот, держи. Ай, спасибо, выручил. Держи, это тебе заработал. 200 жетонов и 400 опыта. Ух ты, крутяк. Товары покажи мне свои, дядь Борь. Дядь Борь. Товары у тебя, конечно, не ахти. Так, что мне теперь дальше? Жи, давай. Раунд задание. Мясо наблюдателя, это повторяющийся мех на шапке. Ну-ка, пойдем мы, наверное. Короля крыс. Завалим. Аптечки есть, патроны есть. Чтобы не завалить. Чтобы его не завалить. Так, ну да, вот здесь выходим и куда-то сюда бежим. Вроде как. Вроде как. Мех на шапке. Мясо наблюдателя еще надо. 5 мяса. Чё, блядь, не могу сразу выпасть, сколько нужно мяса было. Ё-моё, блин. Это просто в АТП опять бежать, чтобы мясо там это настрелять. Чутка опыта получить. Ну, ты как ни крути, но это долбанное АТП, мне все равно как-то надо исследовать. Ну, хер его знает, как исследовать, поэтому... Пока что идет оно лесом. АТП, АТП. Я хоть правильно говорю, АТП? Может, оно там АПТ какой-нибудь? Апт, а я АТП называю. Дядя снайпер. Каждое использование любого из медикаментов увеличивает навык медицины, что в свою очередь повышает эффективность действия медикаментов в дальнейшем. Поняли? Это вам не просто так. Это вам не хухры-мухры. Так, чё, король крыс? Король крыс. Так, давай теперь вспоминать, где ты тут обитал. Сейчас ты на карте-то что-то не отражаешься. Ну, по-моему, я думаю, из ружья тебя бесполезно валить. Ты меня, наверное, там с одного укуса завалишь там, да? Хотя, с другой стороны, что, мне тут особо терять нечего. Дрова, аптечку, что-нибудь да потеряю такое незначительное, да? Но где-то же ты должен быть здесь. Где-то ж я тебя тогда, по-моему, вообще возле забора нашел. Да? Если меня, блядь, память не подводит. Где-то ты... Где-то же ты должен здесь быть, по-моему. Потому что я же тогда тоже вот отсюда вышел, то есть вот так вот. Оббегал. Заправка. Где-то, блядь. Ой, память, пиздец. Ни к черту. Чего ты на карте мне не отображаешься? Ну-ка тут. Тайничка никакого нет, Маш. Сейчас найду какой-нибудь тайничок, может, прикольный. Ветка валяется, но не взять. Так, древесина. Не знаю для чего. Ну, наверное, для костра. Пусть будет, да? Просто крыс. Крыс просто валить, блядь. Отвлекся там. Что-то написали, извиняюсь. Из дробовика, из вот этого. Как-то не камильфо прям это, ну. Там, я думаю, две крысы с одного выстрела должно сразу ложиться. А тут получается это. Так, так, ты не пугай меня. Ну-ка, суслик, давай я сейчас это. Вот она. Ну да, это пиздец. Как на мух это с гранатометом охотится.
Ну, короче, думаю, вы поняли, что я, блядь, сейчас это... Не это, вот надо поставить пистолет и их мотать. Но мне нужен король крыс. Почему он какая-то хуета бежит здоровая? Что я даже ее отсюда вижу. Но это, наверное, не король крыс. Это короля своего позови, падла. А вот пистолет, видали, это два выстрела. Ну, одно радует, они уже меня не так сильно грызут. Радует то, что они меня не так сильно грызут. Это уже приятно. Так, блядь. Так. Это закаты? А, это рассвет. 7:45, только утро. Ну, в игре утро, то есть... У меня-то солнце уже зашло. Ой, ты ж, блин. Папа новая где? Не, ну я вот тогда, вот чё, я же вот... Вот, я откуда-то от Седова бежал. Ну, я в тот раз оббегал, то есть я откуда-то от Седова бежал и... И бежал. Тут ты сейчас это... Крикнешь, что давай мы в журналы зайдем. Мех на шапке. Рекомендую... Одному старому портному, например, слышал, требуется белый мех. Для этих очень хорошо подходит мех крысы-мутанта, который называется крысиным королем. Принести мех, получить деньги. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, да, я это знаю. Крысы-мутанта. Я крысу-мутанта ищу. Ищу я крысу-мутанта. Слушай, а я дров, получается, мог же и здесь набрать этой древесины, да? То есть, что мне? Мне не обязательно было ВТП за древесиной. То есть, вот тут деревья. Почему он только вот ветки, например, ну, как бы не собирает? А интересно, здесь топор вообще можно сделать, нет? Король крыс же, он должен этим желтым, скорее всего, выделяться, да? То есть, если я его на радаре где-то засеку, то есть, он должен желтым выделяться. Точка желтая должна выделиться. Это пока все синее, это все не то. А где тогда то? О, ромашка. Ромашка это тоже не то, хоть и белая. Ромашка тоже не то, хоть и белая. Падла. Или он только на... Или он только ночью? Но нет, я вроде тогда его не ночью убивал. Ну, одного... Один-то мех мне там это... Не, я тогда же двоих прям одного завалил, там другого там кто-то за... мне завалил. Парень там высокого уровня какого-то там был. Вот, и... Ну, сейчас-то ты где, король крыс? То есть я вот сейчас, блядь, буду тут бегать полчаса, чтобы... Ну чё, вот, сука, сложно было, что ли, это на карте? На карте обозначить его местоположение? Я чё должен был запомнить, что ли, с первого раза, когда он там, да? Где он находится. Ну, как-то вот это. Тоже продумайте, пожалуйста, разработчики, уважаемые. К вам вот сейчас обращаюсь. Ну, не все же там с первого раза запоминают местоположение всех тут этих необходимых NPC, там, монстров там квестовых, там, да? Как-то, чтобы обозначалось оно на карте, пожалуйста. А может, я вообще не в той стороне бегаю сейчас и зря тут только что-то базарю. А вы там, короче, будете смотреть, ржать потом. Говорит, ну, дебилоид полный там, да? Ну, дебилоид, что, не помню я где. Дебилоид, что значит? Значит, дебилоид, ничего с этим не поделаешь. Заправка. А, меня вот туда на заправке там эти твари покусали. А там же, я помню, был этот... А, тут псы были. И аномалия. Слушай, а вот огнетушителя до сих пор здесь не появилось. Да? Так, с собаками я не хочу связываться, они ебанутые. С крысами попроще дело.
А собаки, они ебанутые. Да нахер ты меня, король? Король крыс, блять, хер найдешь. Вот спрятался-то король крыс. Вот я деревяшку нашел вместо короля крыс. Сейчас, блядь, дров тут насобираю. А вот еще дрова. Нахуй это? Че я в этом АТП бегал, там дрова искал? Тут вон поле, блядь, на поле одни дров. Больше, чем грибов. Мне только... Только мне король крыс нужен. Солнце так делает тоже. В лицо тебе долбит. Как это... В реальности прям смотришь и... Слепит тебя солнце. Слушай, тоже вот смотрите, да, ну, конечно, в реальности ты на солнце-то очень сложно посмотреть, оно яркое там, да, то есть здесь смотрится, такую яркость не передает. Ну, и, наверное, хорошо, да. Там игроки бы, блядь, поослепли нахер. Сколько я уже дров-то насобирал? Дров 16. А, не, древесина это вот. То, что я там ветки собирал, а тут дрова собираю, блядь, одинаково, одна. Херственно приятно. Сука, чё только не это, не насобираешь, пока короля крыс этих ищешь. Который спрятался где-то. Древесина 3, древесина 1, древесина 3, древесина 1. Странный какой-то последовательный сбор происходит. 3-1, 3-1. Так, давай, чё у нас может... Отмычка длинногубца, АТП исследовать надо, мясо наблюдателей. А, нет, машинное масло тоже рановато, 7 плюс надо. Редкая. Это далеко куда-то бежать, старинный ключ, чужой среди своих. А, чужой среди своих, это где? Помощник кочегара, ну-ка. А, сделать активным. И давай карту глянем, помощник кочегара. Куда тут надо бежать? Ой, как далеко, да? Слушай, ну, давай мы, наверное, попробуем до сюда добежать. И на этом это будет сегодня, наверное, все. Вот так вот. Сейчас добежим до помощника кочегара. Ну, а может и не все, я не знаю. Сколько мы до туда будем бежать вообще, и что там нужно будет делать. Вот, потому что мне сейчас там... Так, а что, вы в кого стреляете? Что, короля крыс нашли, что ли, там? Это что, вы там друг друга стреляете, что ли? Вот гады. А-а-а. Рука чешется. Чешется. Он стреляет и стреляет. Да, мы вот сейчас просто это... Добежим и посмотрим. Добежим и посмотрим. Что там? Как там? Зачем там? Уровень вроде мне позволяет. У меня 6-й, там с 5-го. Вроде по уровню более-менее я дотягиваю. Или дотягиваю. Хер его знает. Так, что-то здесь какая-то точка синяя. А, это крыса. Слушай, а почему есть крысы? А что сусликов-то нету? Крысы сусликов сожрали? Или тут суслики, сука, больше крыс, еще страшнее их? Так, это крысы там ходят. Ходят, бродят. Три крысы. Так, хп. Так, жрать еще не сильно охота и пить тоже. Так, заканчивай там... пищать. Давай пройдемся пешочком. Давай пешочком пройдемся. О, ромашка. Ромашку надо взять. Тоже хуй его знает. Че вот на это? Сбор ромашек, там сбор мухоморов. Че вот? Нету этих квестов повторяющихся. Все, то короля завали, то мясо этих глиномесов, как они там, наблюдателей, вернее, насобирай. Чё бы вон, ромашечки там,
Сходи, ромашки нарви. Грибочков там пособирай, да? Нет, ёптыть. Сходи, завали там наблюдателей, мясо наблюдателей. Там еще какую-то хуйню. Ну-ка. Сейчас мне... Тут никого там нету, интересно, что такое вообще? Болото тут. Может, тут какую-нибудь херню найдем прикольную? Тут же давным-давно все найдено, блядь, без тебя. Ну, либо ты тут только это. О, строительный мусор. О, подожди, что тут? Канистра? Так-так-так. Это что такое, блядь? Это крыса или что такое? Если крыса, то еще ладно, хер с ней. Замок сломанный нашел. Сейф, ух ты. Так, что это? Плоскогубцы и бухло. Сука. Плоскогубцы и бухло. Не, ну давай. Давай пошарим. Че, раз ты бежал столько. Давай пошарим. О, Кирюха, москвич. Гайки, 60 штук. Ох. Ох ты ж. Ёп ты ж. О, чемодан. Че, лопата сапер, форма для литья. Ключи. И чё? Ключи. Что мне с ними делать? С этими ключами. Телевизор. Ты тоже, что ли, что-то разобрать тебе можно? Чё? Сухое белое вино урожая. В телевизоре? 2000! 2000 монет! Ебал, дремал. В телевизоре сухое белое вино? Не, ну бля, вы сами видели, чё я. Чё там, жижа? Какая-то там, да? Ну я-то, ёптать. Так, мне бы ещё длинногубцы найти. А чё оно столько стоит-то? Оно, интересно, где-то будет использоваться? Его вот интересно, что проще продать или оставить, и оно, ну, то есть пригодится самому, типа там, да, что его надо будет использовать куда-то во что-то, с чем-то там, я хер его знает. Ну и ёпта, ну там до города, когда бегу до города, там спрошу. Но здесь хоть этих нету, блядь, мудаков. Как они там? Наблюдатели, которые. Хоть их не видно. Чё в сортире? Даже говна нету. Из сортира даже говно вынесли. Нечего там взять. Кабина. От УАЗика, блядь. От газика, УАЗика. Давай, дверь. Это те ключи сюда? А вот интересно. О, и закрылось. Все, пиздец, сейчас не выйду. Чемодан, давай еще чемодан. Чемодан, чё тут? Чемодан. Слушай, я уже это... Плитка. Плитка нет. А сейчас посмотрим, зайдет он в эту дверь или... Сможет он зайти в эту дверь или нет? Если у него ключей нету. А он и не пытался. Потому ты хоть, блядь, засмотрися. А он даже не пытался заходить. Так, а я вот в этой был в лачуге? По-моему, да, по-моему, я был. По-моему, я был. Если я был, то значит... Походу все, я обошел, побежали нахер отсюда. В колодце в этом я тоже уже мед пиво пил. Сколько мне еще бежать? Ой, блядь. Ёб твою. Так, это что, торфяник?
сука, в торфянике что вязнуть можно, наверное. Перегруз идет. А, у меня уже и места практически не остается. Так, что здесь можно будет выбросить такое? Крысиный хвост однозначно. Выбросить. Нахер не нужен. А вот это все. Ну, мясо испорченное выбросить. Это мясо крысы пока оставим. Не знаю, плоскогубцы оставим. Может, кому продадим. Может, кому они нужны будут. Форма для литья тоже хуй. Это что? Регулятор. А вот это вот прям порадовало. Это что? Ну, хуй. Так, у меня есть еще три слота. С этими тремя слотами мне надо добежать до угольной шахты. Ебать, аж потом от этой угольной шахты опять обратно бежать. Вот. Вот что в сталкере мне вот не нравилось. Телепортов там не было. Ну, без консольной команды. То есть я привык, как бы, вот на такие большие дистанции. Там телепорты, телепортаешься, да. То есть, ну, здесь специфика игры другая. Здесь вот именно на все такое, как бы, приближенное к реальности, да. То есть в реальной жизни тоже телепортов нету. Вот, и здесь специфика такая же, что к реальности, типа, приближена, поэтому какие нахуй вам телепорты. Хотя здесь какие-то эти же есть, да, то есть секретики там, радио это, аномалия радио, которая, она же там тебя портирует там куда-то. Слушай, знаешь, что мне вот интересно? А что ты, блядь, под водой пистолет-то вперед высунул? Ой, ёптать, он стреляет под водой. А, ну то есть ты не под водой, ты вообще как бы пистолет просто вперед. Так, подожди, а что у меня перегруз исчез? Что случилось? То есть я выкинул хвосты крысы и еще что-то выкинул. И... А я ничего ценил. Ну да, я хвосты крысы выкинул, по-моему, только и все. То есть я выкинул несколько хвостов крысы, и у меня исчез перегруз. Блять. Это мои, что ли, шаги? А, интересно, конечно. Несколько хвостов. Торфяник. Торфяник. На торфянике должен быть торф. В торфянике, по идее, должен быть торф. Ебать, еще какие-то там мутанты сраные. Которыми я... Слушай, давай-ка мы вот это вот возьмем на всякий случай. Потому что хуй его знает, с кем тут сейчас придется столкнуться. Территория незнакомая. А мне прям с вином-то неохота распрощаться. Прям вообще неохота, чтобы винишко-то мое за 2000-то отжали. Это ж я могу сразу там себе эту тозовку купить. Так, а чё? Ёп. И чё? Это мне где обходить этот забор? И как понять? Ну ты вот, я вижу, что тут... А где... То есть это под, к дороге под... Либо вот сюда. Либо вот сюда, да? Куда ближе-то, интересно? Сюда есть. Давай вот сюда. Да, вот в сталкере такая же херня была. Бежишь, бежишь, сука, забор среди поля. Ни обойти, ни перелезть, ни хера, блядь. Сейчас еще прикол будет, если там это. Так. Ёбаный на... Ой, сорян. Пиздос, поняли? То есть вы... То есть просто наступил в болото, я сдох. Я просто сдох. Средняя аптечка, свинец и мясо крысы я потерял, да? Вы совершили самоубийство. Да хуй-то там я самоубийство, блядь, совершил. Ага. Короче, я тогда этой херней не страдаю. Теперь я в курсе, что в болото наступать нельзя. Просто непонятно почему. То есть я там одной ножкой наступил в болото и все. Сейчас я это... Добегу до барыги. Спрошу там у людей. Сухое вино вообще, что-нибудь... Куда его использовать можно будет? Или это просто
полная херня, которую лучше продать и все. И не париться с ней. Ой, сука. Не, ну могли бы табличку повешать там, да, типа, не наступай, убьет. А вот тут не стреляется. Ну и тут, если раз не стреляется, то они и напасть не могут. То есть можно, можно же было там, да, какую-нибудь предупредительную табличку. Типа, не наступай, убьет. Не наступай, еще там что-нибудь сделаешь. Сделает. Предупредить хотя бы элементарно. Аптечку, сука, жалко. Аптечку жалко. Товары покажи мне свои. Так, 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 так. Гайка, форма для литья. Так, а ты что такое? Домашняя утварь. Полезная вещь в любые времена. Ну, наверное, что-то пригодится, да? Чем это? Да давай ромашки нахер продадим. Гайки. Да гайки они мне особо тут не нужны нахер. А сколько ты? 1400. Водка. А водку у меня кто-нибудь просил еще, интересно, или нет? Хранилище хочу посетить. Так, это у меня... Хер пойми для чего. Плоскогубцы. Ах ты ж. Это что такое? DVD-CD-диск. Форма для литья. Шланг. Я, короче, всякое говно какое-то... Бля, где-то увидел надпись банкомата, найти не могу. Собираю. Подожди, вот этот глаз-то мне, наверное, крысиный. Нахер не нужен продать его, да? Может, сзади? Пацаны, у меня что, сзади банкомат написано? Наверное, у тебя сзади. Почему тогда у меня 1800 рублей хочешь с меня? Копыта кабана. То есть я банкомат тогда? Ну, понятно. Но я же не, вроде не банкомат. Ну, значит, банкомат, блядь, что ты? Что-то не, что тебе непонятно. Я тебе могу на ПМ патронов накинуть, если хочешь. За так. Ну-ка так. И вот так. Ну, можешь, может то реально на ПМ немножко патронов дать? Могу, могу, подходить. А где ты? Я возле кладочка. А я вот здесь. А, ну по квесту нужно будет. Смотри, сухое белое вино, урожай 96-го года, прочее, по квесту. Ой, блядь, это я что, я тебе если продам... Если я тебе что продам, я тебя потом хер найду потом, да, наверное, получается? Так. Инструменты, канистра в инструменты. Так, водка. Тебе удачи. Так, водка. Микрофон, блядь. Хрипит, пердит там. Так, подожди, если я сейчас к этому, к Борису сгоняю. На инвентарь, там, получается, будет собрать НПД-детектор, ну, вот этот, собранный уже. Наводишь, смотришь, какие там запчасти. До Бориса сбегаем, посмотрим. Машинное масло одно надо кому-то. Геро. Геро. Так, давай. Подожди, а ты это... То есть водка нет? Ну, пойдем Рафику водку продадим, короче. Мне, наверное, она тоже, я хер его знает, нужна она будет, не нужна. Так, водка это и это дистиллированный напиток, состоящий в основном из воды и этанола. Иногда со следами примесей и ароматизаторов. Традиционно водка производится путем перегонки ферментированных зерновых культур из картофеля, хотя некоторые современные бренды используют другие вещества, такие как фрукты или сахар. Выносливость минус 100, алкоголь это еда. Ну... Я думаю, водку я есть не буду.
Водку, скорее всего, я есть не буду. А если я не буду есть водку, то... Че мне ее с собой носить, да? Я лучше ее продам. Так, давай. А канистру оставить надо, да? Продать. 2584. Че, тут опять надо будет это, да? Увеличить размер своего хранилища. Ну, давай мы на 50 совершить диалог. Ну, как... Ох ты, вширь пошел. Так, ну, выложил. Ну, все. Так, дрова, древесина. Давай тоже переместим. И все. Остальное вроде все, да? Ну... Так, что у меня осталось тут? 2000 осталось. Ну, спасать я уже не побегу свои шмотки спасать. То есть это, ну, нахер не надо. Так, ну, наверное, ребят, на сегодня тогда будет все. Ничего толком особо-то не сделал. Мне, по-моему, какие-то два квеста там только сделал, да? Вот. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, предложения. Все, до новых встреч. Увидимся в следующей серии. Всем пока.